канале Happy Mickey. И ты купила? А еще какой? Мы сегодня гуляем по маленьким магазинчикам и выбираем всякие интересные вещи. Ники нашла в спортивном магазине очень интересные мячики. Мячики. А посмотри, там есть желтенькие. Есть. Есть? А ты какой хочешь? Вот это. Ну давай, берем. Ники, что ты здесь нашла? Маквин. Маквин? Ты нашла много разных рюкзаков? Да, это Маквин. А какие здесь еще есть? Что тебе понравилось больше всего? Маквин. А еще? Мячик. Мячик, я знаю, мы его уже купили. А что еще? А ты видела щенячий патруль? Какой красивый. Рыбка Тоти. Вот Маршалка. Маршал, а кто там еще на рюкзаке? Ну-ка. Все Маршал. Щенячий патруль. Весь щенячий патруль там. Давай щенячий патруль купим. А свинка Пеппа, ты посмотри, она ест мороженое. Да, она ест. Ты меряешь рюкзак? Да. Ну как тебе? Вау, ну-ка повернись. Ой, подойдет мне. Конечно, подойдет. Так мне больно, мне да? Подойдет. Мы оставим такой? Нет. А какой мы возьмем? Масло щенячий патруль. Мы возьмем Маршал рюкзак, или мы возьмем рюкзак Маккуин? Рюкзак масло щенячий патруль. А попробуй Маккуин померяй, может тебе тоже подойдет? Давай, мери, Маккуин. О, ну давай быстрее, мери. Конечно. Ты у меня умоляю, да? Как ты любишь говорить. Умоляю. Мне кажется, вот этот поудобнее. Маленький, аккуратненький, нет? А, классно, он прям как для тебя. Ну что, купим вот этот рюкзак? Я не знаю, какой ты хочешь. Там же еще есть Человек-паук. Ой, какой ты еще нашла рюкзак. Ну что, давай выбирай, какой рюкзак мы берем и пошли на кассу. Вот это. Вот этот Маккуин. У тебя хороший выбор. Ну что ж, пойдем оплачивать покупки. Во время прогулки мы нашли очень интересную старенькую такую игрушку для совсем маленьких лялечек. Ну что, кидай монетки. Ну, Ники не может не прокатиться в этом. Вау, она все-таки даже еще и ездит. Тут какая-то музыка играет. Мы нашли еще много светящихся разных кроссовок кед. И какие же кеды мы выберем? Первые с крылышками. Вторые с бантиком сзади. Эти классные. А вот есть, смотри, с поцелуйчиками. Вот эти тебе нравятся? О, мне очень идет. Очень идет? А вот такие с поцелуйчиками тебе не очень идут? Ну, какие ты хочешь? Какие? Окей, скажи, какие самые красивые? Мы размер подберем. Вот выбирай из этих. Какие самые красивые? Вот еще вот эти добавляем с крылышками. Смотри, вот крылышки.
поцелуйчики и бантики. Какие самые красивые? Вот такие. С бантиком? Ты хочешь их? Да. Да, они сверкающие. Ну все, берем с бантиком. Те, значит, не будем брать. Ты помнишь, что мы до этого хотели вот эти? Помнишь? Мы эти не будем брать? Нет, вот эти. Будем вот эти? Пошли на кассу? Пошли на кассу? Да. Все, ты рада? Ну что, точно? Да. Так, отходи подальше. Иди ко мне. Вот такая игра. На самом деле у нас есть еще одна интересная новость. Мы обнаружили, что в коробке с кедами есть два вида интересных наклеек. Покажи ребятам, какие наклейки. А мы же еще успели попробовать. Мы наклеили сердечки на ручку. Покажи на ручке, как красиво выглядит. Тебе не нравится? Нравится. А теперь, Ники, покажи поближе. О, как красиво! Они сверкают. Да? И давай теперь, Ники, выбирай, какую еще хочешь. Хочешь, мы сделаем тебе браслетик. Хочешь, мы сделаем тебе золотой или серебряный. Можно выбрать надпись или что-то еще. Ты хочешь что? Звездочки или браслет? Браслет. Значит, сейчас мы возьмем ножницы, вырежем один браслет. Так, теперь нужно снять пленочку защитную. Снимай. Видите, здесь тоже написано, что это татуировки для кожи. Приложили, после чего на 30 секунд нам нужно обернуть влажным полотенцем. Прошло 30 секунд. Ники, снимай, посмотрим, как у тебя получился браслетик. Ну как, есть? Покажи. Вау, как он сверкает. Покажи поближе, ребята. Тут сердечки тоже. Дай вторую ручку. Вот. Вот такие вот у нас. Аккуратненько вот так. Да, да, так красиво. Ну что, давай прощаться. Пока-пока. Подпишитесь на наш канал. И забывайте ставить лайки. Молодец. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока-пока.